Здравствуй, Марина. Здравствуй. Вот мы с тобой буквально только что поиграли в игру, которая называлась Songbringer, которая называется все еще Songbringer. Я бы хотел, чтобы мы с тобой коротенько поделились первыми впечатлениями, а не в двух словах. В принципе, мне понравилось, это такой пиксельный слэшер такой, мы бегаем, изучаем карту, деремся, получаем какие-то бонусы. Я, например, как ты могла заметить, кидался цилиндром, вот, Да, да. светящимся цилиндром, и вообще я прилетел туда на космическом мотоцикле, а в итоге размахивал мечом и кидался светящимся цилиндром. Что может быть лучше, в общем-то? Но игра пока в очень ранней стадии, поэтому пока там особо нечего делать. У меня сложилось такое впечатление. Вот. А что ты думаешь? Я думаю, что особо не о чем сейчас говорить, потому что все, что ты делаешь в игре, бегаешь, машешь мечом без какого-либо логического обоснования. Я думаю, что когда оно уже выйдет, прямо выйдет, там уже будет какое-то сюжетное Сюжетик, да? обоснование всему этому. Хочется. Вот хочется, чтобы А какая-то обертка вообще была она сюжетная. такая достаточно, Приятная. ну, интересная, там как бы нет сейчас интереса, но да, приятная, пожалуй. Да, согласен с тобой. Если хотите увидеть нашу полную версию нашего, смотря на знакомство с игрой, то перейдите по Ты видишь там ссылке. космический корабль в облаках? Вот, я же говорил, тут еще и про космос, понимаешь? Еще и про космос.